Всем привет, друзья мои! Сегодня я делюсь с вами рецептом салата витаминный. Для его приготовления мне понадобится 5 килограмм капусты, 1 килограмм очищенного перца, 1 килограмм моркови и 1 килограмм лука. Также мне понадобится 300 грамм сахара, 4 столовые ложки соли, пол-литра у меня здесь 9% уксус, я его уже развела, и пол-литра подсолнечного масла. Приступим к приготовлению. Лук и перец я буду мелко шинковать, морковь я буду тереть на крупной терке. Капусту я тоже постараюсь пошинковать потоньше. Ну все, приступим. Начнем резать наш перчик. Перчик домашний. Запах еще остался. Я его буду крошить соломочкой. Так я крошу перчик. Этот салат мы готовила я очень много лет. А вот буквально, наверное, года два я что-то его, наверное, не делала. И рецепт подзабыла. Сегодня позвонила племяннице мужа, и она мне напомнила рецептик. Я сразу же решила его приготовить. Режем лук. Перчик мы порезали. Вот столько получилось. Теперь я режу лук. Луковицу я разрезаю на две половинки и делю ее на три части. И вот таким образом я ее режу. Совсем мелко тоже. Чего мельчить? Ничего не увидишь. Так. Спаем все в чашечку. Потом будем перемешивать. Ну вот и наступила очередь моркови. Морковь последняя с грядки. Было жалко выкидывать эту мелочь. И я ее решила использовать для капусты. Так я ее тру на крупной терочке. Ну все, морковь потерла, наступила очередь капусты. Капусту я обелок разрезал на две части. И теперь буду стараться ее вот так покрошить. Сейчас приловчусь как-то. Капуста такая хорошая, белокочанная. Просто прелесть. Где взяла? В Ашане купила. Что, поди по дешевке? Нет, дорого. По дешевке мне не досталось. Вот так буду резать капусту. Белок капусты я уже покрошила. И теперь следующий. Это у меня будет 5 килограмм. Капуста, обалдеть. Капусту мы нашинковали, все овощи готовы. Теперь мы перевешиваем. Взяла свою любимую кастрюлю, без которой обойтись не могу. Еще моя мама ей пользовалась когда-то очень-очень давно. Так, теперь я ее вот немного примяла. Теперь я сюда добавляю морковь. Это все надо будет перемешивать. И лук. Сейчас это все добавлю. А перец я попозже добавлю. Теперь добавлю 4 ложки соли. Вот так. Раз. Два.
4. 300 грамм сахара, у меня здесь 300 грамм. Вот этот вот уксус весь 9% выливаем. И масло. Масло у меня здесь 300 грамм. Придется еще добавить. Ох, я же зря это сделала. Надо же было мне помять сначала. Вот масло не надо пока. Руки будут в масле. Ох, красота такая. Запах, конечно, тоже обалденный. Немножко уксусом припахивает. Ну, кроме уксуса, тут тоже запахи. Ой, как приятно прям перемешивать. Так, ну теперь я все равно вылью это масло до конца, потому что мне еще надо будет. Так, в сырую землю. Так, теперь я засыплю перец. Все перемешаю. И это у меня будет стоять одну ночь. Завтра я разложу в банке. Вообще мы его на зиму как бы и не оставляли. Хранился он у нас всегда в холодильнике. Но мы его очень быстро съедали, этот салат. Ну, наверное, его можно на зиму поставить в погреб. Как ты думаешь, он будет храниться под, капрон, под капроновыми крышками? Куда он бежит? Конечно, будет. Ой. Просто прелесть. Ну вот, если вам понравилось то, как я готовлю этот салат, ставьте мне лайки и готовьте салат вместе со мной. Приятного аппетита! Всем пока!